Пауло Селинг не раз участвовала в румынских национальных отборах на конкурс Евровидения и до этого года не побеждала. Хотя певица она довольно опытная. Пела в дуэте с Аль Бано, работала на разогреве у Майкла Болтона и Бейонс. А в этом году Пауло объединилась с другим артистом, который также до этого безуспешно штурмовал национальные отборы Евровидения. Его зовут Вови, он родился в Румынии, но живет сейчас в Норвегии и работает под разными псевдонимами. В Румынии как Чернатьяну, а в Норвегии как Якобсен и Мартин. А в результате образовался дуэт Пауло Селинг и Ови. Кстати, во время полуфинала дуэт произвел неплохое впечатление на зрителей. И не только за счет эффектной постановки номера, но и благодаря неплохими вокальными данными артистов. Так что сейчас на сцене появится румыно-норвежский дуэт Пауло Селинг и Ови, он же Жора, он же Гоша, он же Гога. Песня «Игра с огнем» Румыния, номер 19. Дуэт Пауло Селинг и Ови с песней «Игра с огнем».